Снова здравствуйте, с вами Еда на любой вкус. Летний нежный пирог с хрустящей корочкой. Это очень легко и вкусно. Можно использовать яблоки или не слишком сочную ягоду. В любом случае, тесто просто тает во рту, а корочка аппетитно хрустит. 100 граммов сливочного мягкого масла, 1/4 чайной ложки соли и 150 граммов сахара. Слегка взбиваем. По одному в тесто добавляем 2 яйца. Перемешиваю после каждого. Затем сюда отправляем 160 грамм сметаны. Взбиваем до легкой и однородной массы. Отдельно смешиваем 250 граммов пшеничной муки и разрыхлитель в количестве 8 грамм. Высыпаем сухие ингредиенты в тесто. Сначала смешиваем лопаткой, а затем миксером до однородной структуры. Тесто готово. Подготавливаем фрукты или ягоды. У меня урюк. Желательно брать не кислые плоды. Делю на две половины, убирая косточку. Осталось подготовить крошку. Для этого нам понадобится 50 грамм любых орехов, 50 грамм сахара, 80 граммов муки и 40 грамм сливочного масла. Руками или с помощью комбайна измельчаем все в мокрую крошку. Можно собирать пирог. Дно формы, размер ее 16×23, застилаем пергаментом. Распределяем половину теста. Сверху урюк. Смотрите, чтобы этот слой был не слишком толстый, иначе пирог будет мокрым внутри. Сверху распределяем остальное тесто. И завершаем все крошкой. Также распределяя ее равномерно. Выпекаем пирог в заранее разогретой духовке 40-60 минут при 180 градусах. Готовность зависит от прослойки. Чем она менее сочная, тем быстрее спечется пирог. Готовому пирогу даем остыть и можно ставить чай. Ставьте нравится, если видео было интересным. Делитесь с друзьями. Обязательно оставляйте комментарии. На этом сегодня все. Пока!